Потеряв Тёрнера, мы остались без защитника. Клянусь, Хейзел, я хочу вернуться к тебе героем. Но теперь командир Пирсон, и я не знаю, вернусь ли. С Рождеством, Тёрнер. Тёрнер! Пирсон сделал этого паренька капралом. Что ты скажешь на это? Скажу, что ты все тот же мешок с дерьмом, Аэла. Не надо сейчас. За Тёрнера! За Тёрнера! Везучий сукин сын. Первый во всем. Продолжайте пялиться. Наслаждайтесь вечером, парни, потому что завтра, когда колонна выдвинется, вы будете оборонять ее на передовой. И Тёрнер вас защитит, нет! Полегче. Полегче? А, ты же теперь капрал. Вот и поглядим, как это легко. Давай. Дай только повод. Да, я так и думал. Шесть лет с ним служил. Шесть. С долбанным Рождеством. Колонна идет, и мы должны сделать так, чтобы она добралась до Рейна. Осталось только справиться с холодом и с Пирсоном. Что за сапоги, студент? Как новые? Ага. Спер у одного резервиста, замерзшего до смерти. Если бы Пирсон не жадничал со снабжением, мне пришлось бы воровать. Ладно. Хозяину они все равно были ни к чему. И куда делся наш сельский парень? Увидишь его, дай знать. Охренеть Рождество, да? О, да. Да. Вместо того, чтобы обниматься со своей девушкой в тепле, морожу тут задницу с вами, придурками. Вот черт, Пирсон тут. Аэла, за пулемет! Да, сержант. Сержант, есть плащи или одеяло? Как по мне, ты в порядке. Восточный блиндаж под обстрелом. Вода, ящик с патронами отнесешь им. Унесу ящик, а Ела останется ни с чем. Ну так цельтесь получше, черт вас дери. Я принес патроны, ребят. Ты погляди, настоящий старик сад. Бросай под дерево. Что принес? Шоколад? Сухие носки? Черт! Крауты на холме! Впереди! Заело! Дэниел, скрохни! Другие. Еще один! Отлично стреляешь! Этот крауд к своим не вернется! Как они прошли мимо 88-го? Ты бы сходил в штабную палатку! Дэвис, это что, черт возьми, было? Капрал, для вас есть кое-что.
Это Говард. Приятно с вами познакомиться. Простите, не ожидал. Что, придется работать с таким инженером? Говард был в роте, что брала высоту. Вам дали сражаться? О, да. Даже умираю. Так, когда пойдет колонна, будет настоящий ад. Думал, подтянут резервы. Мы есть резервы. Нужно подкрепление с воздуха. Смотри-ка. Дэниелс только что вспомнил, что он капрал. Радио работает. Да, но помощь ждать не стоит. У летчиков дел по горло. Осталось лишь проводить этих ребят до Рейна. Да, если крауты не все мосты взорвали. Отличный настрой, собственно. Там как? Живой. Усыпляют бдительность перед атакой. Нам надо найти Пирсона. Сюда. Их танки на подходе, они отрежут нас! На старом КП есть радио! Вы прикройте огнем, а я его починю! Этот КП близко к врагу! Эй, ты теперь капрал, вот и веди себя как капрал! Вы думаете, что мы пойдем туда с ним? Ты же из Финса. Что с тебя взять? А хоть бы и ты. Эй, я из небоевых! Погоны отдал, чтоб быть здесь! Теперь шевелись, живо! Веди давай! Этот мир сошел с ума! Я тебе сейчас в нос как дам! Эй, сделай это! Голос умрет, нам всем конец! Дэниел, пошли! Крауты идут! Достал! Она прострелена! Уже время! Нельзя их сюда пропускать! Легко сказать! Бродяга Джо, это Дэгвуд White 5. Запрашиваю авиаподдержку. Прием. Понял, Дэгвуд White 5. Авиаподдержка уже занята сопровождением бомбардировщиков. Время прибытия неизвестно. Прием. 509-й, это штаб. У нас экстренный запрос на авиаподдержку. Отводи свой отряд, как только достигнете места назначения. Вас понял, штаб. Проводим бомбардировщик. Полная смена курса. В 3 минуты от цели. Разберемся с тяжелой техникой. Против нас ведут зенитный огонь. Не время, чтобы избежать зенитного огня. Держать строй. Идите поближе к другу. Идите.
Все, отгоним их от бомбардировщиков. Сломать строй. Еще одна группа на деле. Быстро приближаются. Мы потеряли бомбардировщик!
штаб, это 509-й. Мы проводили бомбардировщики и готовы оказать авиаподдержку. Вас понял, 509-й. Вражеская пехота и бронетехника атаковали 9-ю бронетанковую дивизию. Прием! Бродяга Джо, бродяга Джо! Это Дэгвуд Уайт 5! Нас теснят! Где чертова авиаподдержка? Ждите, Дэгвуд Уайт 5! Авиация в 50 милях от вас! Прием! Уходим отсюда! Можешь подавать сигналы миномета! Авиаподдержка летит! Мы слышим! Мы должны выстрелить еще немного! Граната! Кто-нибудь займите пулемет! Yeah.
целая? Погоди, у меня в ушах звенит. Не чувствую руку. Это я на ней сижу. Слава богу. У меня вопрос, капитан. И давно уже Пирсон слетел с катушек? Это не ко мне вопрос. Он, небось, получит медаль. Ну, было неплохо. Нам повезло, что мы живы. Пока. Дэниел, сведи краутов куда следует. Да, сэр. И давай пошли. Я уже видел этот взгляд. Это было перед самым Кассерином. Теперь мы сами за себя.